Ну а вы поехали без бумаг, каких бумаг? Нужно. Нет, дело не в бумагах. Дело в том, что я говорю, это следы преступлений. Мы не дадим никому, ни с какими бумагами сюда зайти, пока не будет все зафиксировано. Ну, пока того. Вопрос не будет решен. Юридически будет все зафиксировано, никто сюда не зайдет. Никто. На танке поедет, сожгем танк. Потому что полиция, подожди. Однозначно. Я не нервничаю, ну, я вам говорю то, что есть. Смотри, технику погнали. Люди туда-сюда гоняют. Ну что за глупость, что за детские игры? Ну потом, это что же денег стоит? Дайм денег, девать некуда. Вы же пригнали не за свои же деньги, правильно? Наверное, за наши. Оплачивали. А за это наши тоже бюджетные. Налогоплательщиков. Ваш же адрес. Очень неприятный факт, что вот не подумав, не согласовав с жителями. Ничего, это вообще позор. Вот сегодня пустой прогон называется. За чей счет? Вы хотите, вот если бучу подымем, вы хотите из своей зарплаты это платить? Наверное, нет. За счет экономии ГБУ автомобиля. За счет и за счет экономии ГБУ автомобиля. За счет и за счет экономии ГБУ автомобиля. За счет экономии надо Крым восстанавливать. Налоги наши. За счет экономии надо благоустройство делать. А вот так вот, извините, просирать не надо. Андрей Ильич, а еще вопрос? А что техника сейчас уйдет или как? Уйдет. Они думали, что...